Здравствуйте, меня зовут Михаил Яцкий, фитнес-тренер, и в этом видео я отвечу, как максимально быстро получить заветные кубики пресса. Лично я никогда не ставил себе цель получить заветные кубики в максимально короткие сроки, и скажу вам по секрету, для меня было открытием узнать, что людям настолько интересны кубики пресса, хотя у меня всегда их было 10, и, в общем-то, они были в полном порядке. Самая распространенная ошибка, которую люди делают, это они начинают качать, долбить свой пресс утром, вечером и днем, и кажется им, что чем больше они будут качать свой пресс, тем быстрее он у них проявится. И нифига это, конечно же, не работает. Почему? Потому что пресс – это заключительный штрих. Нужно прежде всего привести в порядок свой организм, привести в тонус все свои мышцы, убрать лишний жир из всего тела, потому что локально жир не хочет уходить с какого-то конкретного места. То есть, возможно, многим кажется, что если вы хотите убрать жир из области живота, то нужно тренировать мышцу, ту группу мышц, которая ближе всего к этому самому нежелательному кусочку сала. Это не так. Жир уходит из всего организма плавно. И, соответственно, сколько вы можете сжечь энергии вот этими маленькими мышцами пресса, сколько вы можете сжечь энергии всем телом, всеми мышцами своего тела. Вот вы понимаете, разница на самом деле колоссальна. Ну и, конечно же, суть не в том, сколько вы сожжете калорий, энергии, лишнего жира, как многие думают тоже, потому что это тоже заблуждение. Суть в том, чтобы привести ваш организм в порядок, вашу систему пищеварения в порядок, ваше здоровье привести в порядок, и тогда организм просто избавляется от всего лишнего. Плюс вы подкачиваете все тело и делаете небольшой акцент на мышцах пресса. И даже если вы не будете качать пресс вообще, то его будет видно, поскольку, хотите вы или нет, но пресс участвует в очень многих упражнениях, практически во всех, как-то где-то на какой-то процент он задействуется. Есть много примеров, когда люди не качают пресс вообще, а просто стараются все тело тренировать, и у них он виден тем не менее. Но если вы хотите себе супер-пупер-мега-пресс, то нужно тренировать все тело, плюс сделать акцент на мышцах пресса. Поэтому, если вы хотите это сделать быстро, то нужно быстро привести в порядок свое здоровье и все свое тело.